3. Да. Слушай, мне интересно. Меня сразу взял в свое, что он был шуток обойти. Такой с Амбиралайк. Да, с Брэндоном шутки плохи. Шутки с мастером мучать. Миллиар не очень было, отлично гравейно, но то хорошо контри. Нет, с Брэндоном не смотришь, это шутка. Контер просто феерически поворачивает к атаке Миллиара, и мне кажется, что это недостаточно было бы, чтобы сломать любого даже того достойного новичка. Очень много бредов пропускает, любит посидеть у меня на лейке. За время, что я не играл с Брэндоном, очень улучшил свое мастерство. Фреймом, но в то же время абсолютно разучился конфермить комбо хит. И так же купил уже массу дамага. Конечно, панишка сейчас девушка странная, но кому нужен панишка, когда можешь просто уже спамить. Ну, по крайней мере, знание Just Frame'ов он демонстрирует в конце боя, крутя нюнчаки вокруг своей силы. Механат в этом времени вырядился неплохо для того, кто спит. За крабы такие, да. Ой. Практически такую заявку на хопку делает. Ну, это плохого бренда на силу бледного Невиара. Финал, а проигравший будет играть не финал, я уберу. Я посмотрел, как мне с вами пойдет. Честно, что Невиар выбирает Найтмара, но как из них Невиар раньше был связан как раз с Найтмаром. Ну, еще не судьбу. Но бывает, как ни странно, Найтмара Брэндон, хотя наиграл с Немарком Невиаром. Военно. По крайней мере, достаточно много. Брэндона была возможность тренировать с лучшими игроками. Так, ну что, пока приносит успех этот выбор персонажа другого. Ну, не удалось выиграть раунд, как минимум, уже большой прогресс. Плюс моральные преимущества противника. Хотя... Мышленько забрал в этой ситуации. Просто как бог таймит, дожидается, пока отпустит блок и бьет потом ударом. Мне больно смотреть, он просто не изнасиловал Невиара. Честно говоря, когда я вот с Брэндоном играю, порой у него песни не перевели даже я, хотя я массу не знаю, я считаю, что... И он опять... Ну, если не смел, то точно, но я не купил. Я там контролирую его, иногда он так начинает агрессивничать, так начинает миксить, что... Дальше у него, господи, вроде знаю все эти удары, что происходит, Да, под агрессивным прессингом можно потеряться. Такая ситуация, вероятно. Пытается забросать сейчас Найтмар и получает ультру Брэндона. Вот это да. Поторопился полезть в атаку. Ну, что ж, Люксер, вы бросаете к нам.